Бывший американский президент Дональд Трамп оценил итоги встречи российского лидера Владимира Путина и действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, от саммита выиграла только Россия, а Штаты не получили никакой выгоды. Он отметил, что нынешней администрации под руководством Джо Байдена не удалось достичь главной цели, к которой стремились США – остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Экс-президент также выразил уверенность, что для России и США сотрудничество в ряде областей было бы полезным. России нужна хорошая экономика, в то время как Штаты заинтересованы в российских ресурсах.